Привет! Мы с Алёнушкой пошли в магазин. Да я тебе покажу. Нам надо, наверное, что-то взять. Ехали. Варюха тут играется вовсю. Ой, кто там верещит? Не поснимала я в магазине. Там было столько народу. И что-то так они все толкались. Не стала я снимать. Сыра нет опять у нас. Доброценно идешь специально сыр покупать творожный. Но в итоге его и нету. Вон кнопочка идет. Гулять сейчас будем. Гуляем. Все маленькие зашли. Мы ждем тут взять, чистит снег. У родителей мы не вовремя чуть-чуть приехали. Тут чистка снега, и мы. Но мы в ограде ходим. Ушли оттуда там, потому что. Кстати, снега столько нападало. Это вообще какой-то трындец. Когда он успел. Вчера что снегопад был, может, ночью еще, конечно, валил. Никуська! Никуся! Пойдем домой. Так, мы дома. Ну, я что сделаю? Ну да, наверное, смотри, чтобы по длине тебе хватало. Да по длине мне хватит, и так, и так. Нет, не хватит, у меня не хватает по одной стороне. В общем, мы домой пришли, Алена там мучается с кроватью, перестилает. Просто не огромная. Крыса! Полезла есть на стол. В общем, нечего было снимать, мы сегодня играли с малышкой. И ничего не делали. Ну, как всегда, мы у родителей так разговоры разговариваем всякие. И ничего особо-то и не делаем. Играем с мелкой там. В общем, поэтому поснимали только то, что мы гуляли. Заехали в магазин. Купили опять продуктов, как всегда. И завтра не пойду в магазин. Это я специально делаю, чтобы, знаете, в воскресенье хотя бы от магазина себя освободить. Итак, уборка. Завтра Нику обязательно вымыть. Взяли... Всякой фигни, честно говоря, наверное, взяли. Хлебцы, но они нужны. Брала помидоры, огурцы, потому что у мамы не было. Я очень хотела салат. Сейчас тоже буду делать его. Но у меня дома-то есть помидоры, огурцы. Взяла смесь для салатов. Батончик был целый. Так, Алена, что-то капусту опять эту взяла. Творожный сыр взяла. Хватило так в доброцене. Но его опять не было. Фитаксу для салатов. Я прям обожаю салат с фитаксой. Я вот хочу еще и свеклы сделать. Но сейчас долго ждать. Я бы сейчас, конечно, тоже такое бы. Ну ладно. Алена взяла себе кофе. Так, кунжут. И всякие. Я все хочу попробовать, знаете, кунжут с бананом делают. Печенька. Это голодному в магазин, знаете, нельзя заходить. Взяла попробовать какой-то живой йогурт. Первый вкус. Без сахара. Но я почему-то думаю, что они похожи должны быть на сметанку. Знаете, как греческий. И если так, то это будет очень круто. И делать салатик вот с таким. Что не только с... майонезом хотел сказать. Не только с маслом, но и с таким попробовать. Еще у нас семя. Семечки всякие. Еще кунжут. Так, еще один. Там надо было просто по два брать, чтобы... скидка была. Ну и куча йогуртов тут девчатам я набрала. Это уже на следующую неделю. Потому что... Ох, как будто просыпалось. Пролилось, нет? Что-то протекло. Что протекло? Откуда жижка? Ничего не пойму. С йогурта йогурт протек. Что-то как будто, знаете, как будто жижка какая-то. Еще батончик взял. Тоже без сахара. Печеньки мне, если честно, вот эти не очень понравились. Может, без манго, которые будут вкусней. Но вот такие, где она. Вот эта печенька была очень вкусная, мы ели. Алена сказала, что она мне понравилась. Вот эти вот батончики. Смысл есть что-то сладкое. Ну, в смысле, это не сладкое, это без сахара. В смысле, есть какую-то вкусняшку, дорогую вкусняшку, и не получать от нее удовольствие, лучше тогда вообще ничего не есть. Не знаю. Вот эти тоже вкусные. Я люблю с фисташкой, особенно протеиновые. Сейчас надо найти, что у нас утекло. Вроде все закрыто. Сейчас проверю все эти. Еще заезжала в Доброцен, взяла, как обычно, порошок. Сейчас покажу. Мне что-то он вообще понравился. Большая стирка называется порошок. И нет, все закрыто. Откуда какая жижка? Что-то не утекло. Скорее всего, вот отсюда. Он-то открытый. Я же уже брала. Да. Я же отсюда часть брала.
Господи, смотреть, я вспомнила, что мы не досмотрели, мы все живы. Точнее, это Алена вспомнила. Мы все мертвы. Ой, тьфу, мы все мертвы, мы все живы. Мы все мертвы, не досмотрели, так что будем, скорее всего, их смотреть. Сейчас я себе кушать сделаю. Алена поела у родителей. Мы заехали, еще взяли. Она хочет вареники с картошкой. Ну, я, в принципе, бы тоже поела вареники с картошкой. Надеюсь, они хорошие, но это на будущее. Так, что у меня еще есть? Все по местам распихать. В морозилке вроде ничего нету. Там еще котлет, правда, куча. А, вот. Так. А, кстати, сейчас покажу. Можешь... Ну, залезь. Вот. Уже шпильны. Смотрите, как интересно смотрится. Новая пеленка Ники постелила. Вот если бы она была, знаете, вот вся вот такая, было бы прям вообще бы с полом сливалось. Ну, так тоже прикольно. Интереснее, чем голубые. Посмотрим, как они по впитыванию. У нас Жорик, мы уходили, пылесосил Жорик. Что одна пеленка, короче, одна пеленка чистая осталась. Я забыла про это. Ну, постелила две, думаю, ладно, пусть полежит. Еще мы сегодня умудрились кошку закрыть в комнате. Представляете? Закрыли кошку в комнате. Чего у нее с губами? Батюшки, это что такое? Капец, мне дома то губы не облазили. Ну и, в общем, благо она не напакостила, ничего. Целый день бедняжка просидела. Так, взяли молока. У нас, правда, там молока. Завтра... Блин, ну не сделаем мы завтра. Надо было муку покупать. Муки-то нет. Я думала про блинчики. Ну, по-любому же можно нам блины есть. Да нам все можно есть. Калорийность главное считать. Так, салфетки я взяла в доброцене. Люблю там брать салфетки. Потом бумажное полотенчико для моськи нашей. Чеснок сушеный. Я люблю эту приправу. Там вообще почти ничего не брала. Я чисто, знаете, за порошком ходила. Это уже все по пути зацепило. Большая стирка. Вот такой порошочек взяла. У меня как раз закончился. Но жалко, там нету у них ополаскивателя хорошего. Так, и Алене взяла новое полотенце банное. Как я показывала. Помните, тот раз вам серый я домой взяла. Я потом еще хочу взять. И ей взяла. Вот она захотела розовое. Ну, она такое не роза, знаете, пыльная роза. Точно та же фирма. Беларусь. Беларусь нас не может не радовать. Сыр мой любимый, кстати, тоже из Белоруссии. Но почему-то доброцен решил его не возить. Вот такое оно большое. Ой, оно такое мягонькое. Мама сказала, говорит, что-то оно жестковатое. Но нет, оно мягонькое. Мои полотенчики серые очень хорошо впитывают. И надеюсь, это тоже будет. Надо будет его, наверное, простернуть. Ну или хотя бы пропарить. Посмотрим. Может, простерну, наверное. С чем-нибудь закину. Сейчас постельное буду закидывать. Да, там как раз розовое. И его закину. Все, буду делать себе, греть еду, делать салатик. У меня прикол, я считаю колораж. Я беру салат. Посчитала огурец, помидор. Там все посчитала. И сделала салат. И этот салат я не съедаю за раз. Я съедаю половину салата. Надо научиться делать прям норму. Потому что у меня норма-то идет туда. Я же все высчитываю. А в итоге съедаю половинку от этого. Вот такие вот пирожки. Варварка, кстати, осталась у родителей опять. Что-то собиралась с нами, потом передумала. Вот. Кстати, я же сегодня делала маску новую. Я, в общем, пока дома была, на сухие волосы нанесла маску. Как она называется? Тач. Новую, которую я показывала. Так, весы мы с собой брали. Мама, что-то не работает. Сейчас покажу маску. Вот эту. Как она называется? Фирма-то это, господи. Таше. Вот. Ей попробовала на сухие волосы. Недовольна. На сухие волосы перед ваней за час, наверное, или за полтора я сделала, замотала с целлофаном и полотенчиком. И походила так. Потом просто помыла с шампунем. Шампунь, кстати, мне очень понравился. Алене тоже понравился вроде, да? Вкусно пахнет он. Мне смущает только, что его мало. Вот, и волосы прям какие-то очень, очень мягкие. Мне прям очень нравится. Надеюсь, маска будет волшебная. Они тоже мягкие.
тоже мягкие? Ну, у меня просто какие-то не такие прям, как обычно. Они обычно как-то еще пушатся, я еще их плюс посушила. Ну да. Может, правда хороший это шампунь? В общем, мы собираемся смотреть. Я еще завтра, ну, вот я не знаю, получится у меня нет. Я хочу завтра сделать маску, которая медовая. Ну вот, посмотрим. В общем, ладно. Всем прекрасного вечера. Мы посмотрели две серии, мы все мертвы. Я, конечно. Ну, мы, правда, тут отвлекались периодически. Нашли какие-то кофточки, будем заказывать. Я в Орюхе тоже заказала вещей, так что ждем теперь доставку в Валберес. И у Алены будет примерочка. Мне там всяких шматья заказывали. Надеюсь, ей что-то понравится. Так что будем с вами прощаться. Хочем еще посмотреть Хотим. Простите. Будем смотреть еще, наверное, экстрасенсов одну серию, пока я монтирую, пока кое-что на телефоне наделать, плюс помыть посуду. Так что всем спокойной ночи. И всем пока-пока!